Рыбаки со стажем говорят, рыбалка в счет жизни не идет. На берегу водоема действительно время будто замедляется. Неспешно наполняется добычей заготовленный садок. Участники городских соревнований «Рыбалка без границ» хоть и любители, но у каждого есть свои секреты удачного улова. Кто-то ловит на червя, опарышей, а кто-то использует кашу. Перед началом обязательно подкормка. Погода выдалась жаркая, и рыба плавает ближе ко дну. Рыбаки хорошо знают повадки, поэтому используют грузило потяжелее. За несколько часов садок участников советского района наполнился карпами. У лидера команды Владимира Нишнулкина дела немного лучше. Клюнул белый амур. Весь секрет в подкормке и навыках, уверен мужчина. Я старый рыбак. Прикорм я покупал небольшую бутылочку армянского коньяка и добавлял в это. Ну, прикорм. Немножечко только. Ну, наверное, это помогло. Неподалеку от команды советского района испытывают удачу жители Куйбышевского. У них в садке несколько небольших карпов, и самый успешный заброс удочки принес крупного белого амура. Это уверенная заявка на победу в одной из номинаций. Прожорливый, и во рту остался крючок. Обломился. Не смогли вытащить. После рыбалки участники соревнований проходят традиционный этап взвешивания улова. Оценивают работу команд в нескольких номинациях. Самый удачливый рыболов, самая крупная рыба и самый большой улов. Кило 240. Ух ты! Белый амур. Кило 240. Соревнования рыбаков-любителей для людей с ограниченными возможностями здоровья и членов ветеранских организаций «Самары» в этом году отметили 16-ю годовщину. В этом сезоне в «Рыбалке без границ» приняли участие больше 80 человек. На протяжении многих лет добрую традицию всесторонне поддерживает Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города. Это мероприятие проходит у нас в рамках программы «Социальная поддержка инвалидов-ветеранов граждан пожилого возраста». Замечательное мероприятие, которое проводится уже более 15 лет. В этом году 16-й год подряд. Озера, конечно, мы используем разные. Как-то мы ездили в Кинельский район, в Алексеевский район. И вот третий год подряд мы сейчас находимся здесь, в Красноармейском районе, село Воскресенко. Соленый овраг называется так у нас наше озеро. По итогам соревнований самую крупную рыбу удалось поймать команде Куйбышевского района. Результат 1 килограмм 405 граммов. А самый большой общий вес всего улова у команды Советского района Самары – 2 килограмма 65 граммов. Победителей и участников чемпионата наградили медалями и грамотами, а также вручили новые снасти и другие принадлежности для отдыха на природе. А на сладкое – традиционное уха. Михаил Ермоленко, Петр Паламеев. События.